Международный экономический форум провел исследование блокчейн, чтобы узнать, каким образом технологии могут повлиять на финансовую инфраструктуру, сообщает CryptoCoinsNews.com. Результаты МЭФ показали, что блокчейн значительно упрощает систему движения денег, предоставляет автономность между участниками финансовых договоров, улучшает систему борьбы с отмыванием денег и многое другое. Поэтому специалисты пришли к выводу, что технология блокчейн в состоянии изменить инфраструктуру финансовых сервисов.